Здравствуйте, товарищ следователь Гнедо. Меня зовут Коряк Александр Геннадьевич. Я по уголовному производству хотел узнать, которые последние цифры 394 по событиям в прошлом году относительно недопуска меня на пресс-конференцию к Авакову. Я хотел узнать, я там заявлял ходатайство относительно объединения, вернее, не объединения, а долучения до материалов криминального проваджения дубликату заявы. Скажите, пожалуйста, когда я смогу получить? Вы так расстроены? Нет. Вам не нравится ваша работа? Сейчас судебное заседание закончится. Оно еще не начиналось. Скажите, пожалуйста, когда я смогу получить постановление? Еще в феврале месяце вам направлял. Вы плохо слышите? Вам подойти на ухо накричать? Это некрасиво. Вы же не немой, правильно? Вы в противном случае не прошли профпригодность. Скажите, пожалуйста, когда я могу получить постановление? Вы специально мне его не даете?